Привет всем! Сегодня я хочу показать, как использовать программу TorqueU для диагностики машины с помощью адаптера L327. Адаптер у меня вот такой, версия 1.5, есть версия 2.1, она очень компактная. Разъем у меня находится внизу. Для начала покажу, как настроить программу, чтобы адаптер работал нормально. Первым делом нужно выбрать основные, вот у нас строки адаптера. Вот я захожу сюда и выбираю тип подключения. Так как адаптер бывает несколько видов, мой адаптер работает по протоколу Bluetooth, вот поэтому у меня сейчас поставлен этот вариант. Если у вас адаптер работает по Wi-Fi, выберите. После этого надо создать профиль для машины, чтобы данные соответствовали, когда уже программа будет работать точно. Я уже создал профиль, сейчас адаптер ждет подключения. Как только я включу зажигание, адаптер получит данные от машины. И если я завожу машину, то мы увидим данные в реальном времени. Здесь у нас разные меню. Первое, что нам нужно, это зайти в считывание ошибок и нажать на кнопку. Поиск ошибок требует времени, пока процесс завершится. У нас в настоящее время нет ошибок. Если были бы ошибки, у нас списком показало бы код ошибки, обозначение и возможность стереть ошибку. Кроме считывания ошибок, этой программой можно посмотреть разные графики, можно добавить приборы и смотреть данные работы машины. Можно также добавить прибор. Просто для этого нужно нажать на экран. Нажимаем на добавить прибор. Выбираем тип прибора. Цифровой, график, шкала, шкала стрелкой. После этого выбираем какой датчик, какое значение хотим смотреть. Можно выбрать, где поставить. Некоторые приборы могут не работать с вашим адаптером. Это все зависит от конкретной модели адаптера. Вы можете перед покупкой прочитать отзывы. Что выйти из программы, нажимаем назад и соглашаемся с выходом.